3500 на 50, 120 это слишком много, я бы сказал даже. Опа. Опа. И что это такое? Он там жить будет? Это итоговая позиция? Что? Ок. Что, блядь? Я не понял. Как я засветился? Я вообще даже себе представить не могу. Как? Я попал в инфу. Да что с тобой, человек? Пробный период подкрутки вот плюс закончился. Если хотите еще бой 10к плюс, купите подписку на год и каждый бой перестанете получать рукодопных тиммейтов с отсутствием интеллекта ни икельной карты. Удачи. Спасибо. Не понимаю, как я засветился. Меня этот вопрос, меня это очень интересует. Как я чекнулся? От кого? Кто это мог быть? Это Мантикора центра меня засветила или кто? Засвечусь после выстрела, нельзя стрелять. Пока под оглушением можно. Парни, как думаете, кто? Сейчас я перемотаю, посмотрю. Мне очень интересно, кто меня засветил. Так, ну приехал Ебор, окей. Я откатил. И вот сейчас засвечусь, да? Нет. Ну, кстати, вот сейчас была ошибка на самом деле. Слишком далеко откатил по центр. Вот сейчас. Ну как? Ну вот, я откатываюсь. Лампа не срабатывает. Раз, два, три. Не работает лампа, нет лампы. И вот сейчас только. Я не понимаю. Ну не с центра ведь тип меня засветил. У меня бы лампа раньше сработала, вот. Уже бы, вот сейчас уже бы светился. Вот сейчас лампа бы срабатывала. Вот сейчас, сейчас уже. Если бы это был бы центр. Понимаю. От центра я в сейве. С четвертой линии не мог бы меня кто-то пересветить. Монта с центра там куста. Так нет, тайминг не тот, не центр это. Нет, ну вот, я откатил, вот. И что? Ебр меня увидеть не мог. Не мог меня Ебр увидеть никак. Не понимаю. Просто не понимаю. Мне кажется, единственный вариант, который еще можно представить себе, то что... Да нет, все равно нет. ХЗ, сложно. Под домом щель. Там под домом дырка, ку-ку. А, там под домом дырка, окей. И что, это меня с под дома кто меня засветил? Мантикора центра, что ли? Монта изначально не в центре была, а возле ебра внизу чуть-чуть дальше в болото.